Всем привет! Еще одна заявка от Майкла. Опять же, это группа Måneskin с песней Banging. Она прям тоже взорвалась тогда, эта песня, в плане того, что еще добавила популярности группе. Поэтому я в лайв-версию, кстати, никогда не смотрела, поэтому давайте сейчас посмотрим. Мне будет уж самое интересно. Супер. Более активная, чем на Зитопилоне. Вот. Плюс я только сейчас заметила то, что микрофон с камнями. Все как надо. А также классно то, что видно, как они сами, ребята, получают удовольствие от того, что делают. Плюс они же своими эмоциями заряжают аудиторию. Аудитория при этом тоже начинает беситься и отдавая свои эмоции артистам. Это очень круто. Мне прям нравится вот такое. Ну и, конечно, они очень круто взаимодействуют с публикой, ничего не скажешь. Потому что однозначно они знают, как преподнести, знают каких-то моментов, которые как надо сделать. Ну, это круто. Вот, также очень круто то, что сами между собой ребята взаимодействуют, не то, что там каждый стоит, а нет, они также и с собой вместе, как бы там делают всякие штучки, что тоже очень прикольно смотреть, когда это смотрится в сцене, это очень круто. Плюс мне нравится, как Дамиана, да, он круто поет и берет отличные ноты, и плюс как сами ребята, у них то, что разнообразно очень творчество, мне нравится группа, это и в плане того, что и
И такие веселые, и такие спокойные, и такие агрессивные песни у них есть, это круто. И по живым выступлениям, да, они очень круто, это мощно, потому что смотрятся динамично. Они хоть это да, обычная съемка, но они это делают так, что все динамики, и это очень круто. Так что да, однозначно здесь 10-10, наверное, мне эта песня даже больше понравилась, чем Зита Белона, потому что здесь более веселые настроения, более они такие расслабленные в том настроение, которое, в принципе, должно быть. Вот. Так что однозначно ставлю 10/10 также. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи в новом видео. Всем пока. Обязательно подпишись на мой канал. Поставь лайк. Комментарии тебя жду. И также подпишись на Инстаграм, Патреон и ТикТок. Всех жду. Всем пока.